Так. Ну ладно, надеюсь, я сегодня добью эту игру и забуду, как страшный сон. Оказывается, я в нее играю всего лишь 40 часов. Я сегодня нарезал воды, считал. Время там показывает сколько. Роскрал. А, так. Что мне надо делать? Во-первых, демона можно выкинуть. На трехбашню надо идти. Затем воскрешающий предмет есть. Привет, Малер. Он почему сшивал? Нарезанные не у тебя сами по себе. Нет. Малер, неправильно. Там же есть трансляция, ну, которую ты делал. А чтобы она осталась навсегда, тебе надо, ну, зайти в трансляцию, которая была в прошедшую, нажать на многоточие, яркие моменты и сделать хайлайт. Типа нарезать. И в итоге я каждую трансляцию как бы брал, открывал, если она длится больше 10 секунд, выделял полный хронометраж ввода и сохранял его отдельно ручками. Вот. Зато оно будет храниться, ну, не будет удаляться. По крайней мере, Ксеносага та же у меня еще не удалилась. А так, например, через 5 дней будет удален первый стрим по этой игре. Так что я с тобой не соглашусь. Единственное, по-моему, Зик, что ли? Он же человек-бот, так сказать. Вот он автоматически их нарезает. Если его каналу прикрутить, насколько мне помнится. Так что Роби тоже сам все сохранял, либо Кузу просил. В итоге он запарился и... Привет, Шаша. На YouTube я тоже экспорт делаю, но... Делаю это раз в месяц, наверное. То есть у меня и там все есть, скажем так. На YouTube, например, блочат воды гандамов, потому что нельзя музыку смазать. Это... Права, все дела. И почему-то мне цикад он блокирует. Я что-то с этого голос проигрываю вечно. О, мне дали параллелон какой-то. Хм. Единственное, я раньше еще и транслировал на YouTube и на Good Game, но забил я. Если ты транслируешь на YouTube, то там трансляция, типа, она сама сохраняется, дела. Но, с другой стороны, там иногда бывает мусор. Либо, если запись длится больше 10 часов, по-моему, то YouTube ее не воспринимает. И привет, Ганс. Вот Гандама взял весь вот, вырезал звук и ускорил с музыкой. Детей-то заморочился, конечно. Это прям... Да. Вообще, можно, ну, музыку, типа, из игр слушать. Ост. И... Хотя нет, с другой стороны, у Скворов какие-то проблемы с этими песнями, потому что, например, Паразит Ив, они мне в некоторых странах запретили доступ, потому что музыка в игре нельзя ее слушать на Ютубе. Чего? В итоге там есть моменты в Паразит Ив, The Third Birthday, где тупо мут. Дожили. Ну, с Гандамом я не заморачивался, я залил именно, ну, тупо заметил куски, где... на которые ругались, и все. Шарфик, ты же видел новость, я кидал, то, что в МСК, в Истари Комикс, будет... Что-то вроде лекции от людей из какой-то там группы ВКонтакте, которая посвящена Гандамов.
мама, и люди там будут собирать, ну, будут их, типа, учить, что ли, красить гандамов, собирать их, т.д. и т.п. А у тебя как ганс успехи? Малера, ты чего не спишь? Кстати. Или ты уже поспал? Блин, какой-то странный данж, потому что я вроде бы закрасил уже этаж, и все у меня настолько хорошо, хотел я сказать, что не надо использовать хил, но нет, на меня напали они. То есть все очень плохо. Так, автобой надо отключать, а то я сейчас пошлю по голове получаю. Блин, они до сих пор не убили никого. Господи, боже мой. Ну, самый ужасный враг, между прочим, в этой игре. Да ну убейте хотя бы одного, ну пожалуйста, вон он красный. Кого вы бьете? Самого правого давайте. О, господи. Может их надо было молнией пальнуть массово? Может это как-то помогло бы? Теперь два красных врага. Класс. Можешь пойти похилиться, затем сюда обратно вернуться. Эта битва просто выжимает себе все соки. Да, пойду-ка я похилиться, все равно один этаж уже изучил. Хотя у меня хватит ресурса еще один изучить. Блин, не, пойду дальше. Не хочу, лень возвращаться. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как там молния на них работает. Если она прям сильно бьет массу, это будет здорово. Да. Надо будет молнию кастовать, если я с ними еще раз столкнусь. Она решает проблемы. Блин, демоны какие-то слабые. Инфрон, блин, очень маленький. Неважно, какие, насколько большого у него уровня и прочего, и прочего. Не. Слава тебе, Богу. Таки победил. Интересно, сколько здесь этажей, если это башня? Будет очень смешно, если это башня из двух этажей. Еще такие бывают. Привет, Джамай. Блин, надо будет сатанчу написать. У меня, короче, галочка есть, то, чтобы убирали значки, то, что с твича, подписки и так далее.
Все это убирается одной галочкой. А мне бы хотелось, чтобы убрался только значок Твича, но не подписки, скажем так. То есть, чтобы он сделал две галочки. Убрать либо то, либо другое. Чтобы был выбор. Я хотел написать, но что-то забыл. А еще я, кажется, заболел. Наверное. Не знаю. Доп значки. Сейчас посмотрю. Ты имеешь в виду те, которые от битцов и так далее? Так, ну... Открывать команды и сообщения ботов. Открывать иконки сервисов, подписчиков и донатеров. Там вот такая есть галочка. А что за иконка донатера? А у тебя какой-то есть еще доп. Значок тут? Ну, в общем, что-то не так у нее со значками. И почему-то не работает замена ников. Она работает только на Малеру, внезапно. Понял. Блин, опять... Так, ладно. Я знаю, как с ними сражаться, как бы сэкономить себе время. Вставать, молния. А то я 40 МП угробил, когда с ними дрался. На хил чертов. Шарфик, ты еще тут? Или отвлекаешься? А он его бесплатно? Да. Ну, то есть, как изначально, ну, почему он его начал делать? Был как бы рутани, и у него сгорело то, что из говна и палок чат, на который там брови батхертил, так далее, то есть с косяками сильными, говнокодинг и так далее, и продавал за сколько там рублей в стиме. То есть распространял лоплат, но Сатанча с этого пригорело. И он решил написать чат для всех, и чтобы он распространялся бесплатно. Но имел же тот же функционал и не был столь косячным. Потому что, например, Рутани все время крашился у брови, либо еще чего-то. Вот. Он сначала написал веб-версию, то есть как Streamlabs была страничка, копируешь и все. Вот. Потом же. Это, кстати, смотивировали, и он сделал приложение именно. Как-то так. И может его любой скачать. И надо будет на него ссылку разместить. На самом деле. Потому что... Почему бы и нет? 800 рублей. Ну, да. Тем более. Ну, единственное, там функционал, задание, например... У Рутани можно поставить галочку возле ника определенного. И тогда, если он кидает ссылку, то отображается картинка в чате. Вот. Я Статанчик попросил, чтобы он это сделал. Еще надо попросить, чтобы он реализовал скроллинг чата. Потому что, вот, например, сейчас сообщения убегут вверх, я их прочесть не могу. А так было бы здорово, если бы я мог колесиком покрутить да прочесть, потому что логи он все эти хранит. Ну, какие были проблемы у Сатанча? Привет, Конград. У него она просто изначально не была оптимизирована под Windows 7, потому что там надо было что-то намудрить, он поленился, но в итоге он ее сделал. То есть она так-то рассчитана на на восьмерку и на десятку. На семерку не приспособлена, а я семерки его запускал. Поэтому были косячки небольшие. Сейчас он это подправил.
Но функционал, да, у него немножко подрезанный по сравнению с рутом, но мне кажется, он доведет его до ума, если захочет. Просто он же делает это тупо на энтузиазме, скажем так. И на своей нелюбви к рутане. На самом деле было бы хорошо... Боту прикрутить возможность, чтобы он говорил, мол, кто-то там фолловер. А кто-то там подписался, потому что в чате это не отображается. А алерты, это мне надо ОБС прям бац, быстро-быстро-быстро растягивать, чтобы увидеть, что там написано. Вот, по-моему, такой функционал есть у мубота, но там какая-то, блин... Валюта у бота, чего-то там открывать, и мне стало лень разбираться. Но на самом деле это вещь полезная. Да, уровень не отображается, но есть подозрение, потому что оно прикручено к боту, который сидит у Бровина. Либо у других, то есть... Ну, в чате это отображается, потому что у него есть доступ к какому-либо боту. И у него он берет информацию. Я подозреваю. Вот, у Сатанча же... Блин, у меня уровень похитили. У него бота такого никакого нет. Он хотел что-то с Хадесом, чтобы его чат был прикручен к... Это же боту, но на каком-то стриме что-то Сатанч пошутил. А Хадес он в шутке не может от слова совсем. И на итоге он сказал Сатанчу, мол, забудь о том, о чем мы договаривались. Видимо, это с чем-то вот с этим связано, но я не уверен. Это... Гадание на кофейной гуще. Так, иначе надо бабло рубить? Нет. Ему уже Нюк говорил, еще кто-то, мол, гоу, тебе поможем, вытащишь его в Steam, типа, мол, как бы дополнительный заработок будет тебе и побольше мотивации им заниматься. Он говорит, нет, не хочу. И привет, Dark Dragon. Все для работяг, скажем так. Это его хобби. Единственное, он иногда заходит в чат, например, ну, по крайней мере, раньше так было. Говорит, мне не хватает на сервер. А сервер, по-моему, где-то рублей 100 стоит. И поэтому... У него, короче, я не знаю, надо спросить у него, как это работает. Но, короче, да. И говорит, мне надо на сервер. Кидаешь ему соточку, например. Вот, например, за место иконки Твича. Или... Да, за место иконки Твича, по-моему. Ты можешь ставить туда любую картинку, которую ты попросишь. У меня поэтому у Нюка была какая-то мешная баба. Типа модный. Отличающийся иконкой. Странно какой-то, но типа одно другому не мешает. Ну, скорее принципы, что ли. То есть он... Ненависть круто не такая, да. Хз, непонятно. Шей, ага, мелочный. Ну, мелочь в смысле железками. Блин, кстати, здорово то, что... Да. Видеокарта может... Ее можно подключить к компу и все вывести на телек, и я буду играть на плазме, господи. Там все такое огромное и большое. Это прям... Когда я включил плойку четвертую, я был очень сильно поражен тем, что, блин, я играю в чертов NES и прочее, тут все настолько мелкое. Это просто караул. А тут тебе прям в глаза это все бросается. И все это на плазме, господи. О-хо-хо-хо. Железный шейк, есть рестлер такой? Он случайно не из Ирландии. Я помню, какой-то был ирландский рестлер. Не рыжий, а с карликом. Или прикончиком, или что-то такое. Да не, Дар Дрэгон.
Ну блин, я хоть и вырос на PlayStation 1, но PlayStation 2 в Nintendo мне тоже нормально. Отношения. То есть здесь еще куча игр на Nintendo DS и 3DS. Там еще на Wii я хочу очень сильно поиграть. Ну и да. На GBA у меня эта игра детства, типа. Там я познакомился с Castlevania и Metroid. Как бы... Да. Шеймус? Это вот и есть Железный Шейх, да? Или нет? Не Шейх из старых, и он ранец. А-а-а, все, понял. Все-все-все, понял. Да, я говорил о Шеймусе как раз-таки. Но это не он, все. А какое у Шеймуса прозвище? У него же нет никакого, да? А после прохождения Анча забьет на все и пойдет играть в экзеплойки. Не, в смысле? После... А, блин, я планирую вот после этой игры отдохнуть от данж-кроулеров. То есть... Мне надо... Персону третью сыграть. Но перед этим я, наверное, покажу вам Генджи на PlayStation 2. Это слэшер. Очень короткий, но очень красивый. У него есть продолжение на PlayStation 3, но жаль, об этой серии забыли. И, наверное, о ней мало кто знает из вас. Вот. Я хочу ее пройти, потом еще что-нибудь попроходить, а потом персону третью найти. А, Шеймус псевдоним, это уже понятно. Блин. Я же рестлинг включил после какого-то там матча, по-моему, Японии против кого-то там. Когда вот этот чемпионат мира шел. И включай, короче, рестлинг, а там это опять показушничество, мол, парень перевернул машину, угрозы, все дела. Мужик, короче, побежал, спрятался на стоянке и заперся в туалете. Он начал искать мужик, такой принюхивается, потом понял, что он в туалете. И... Ну, постучал, тут сымитировал женский голос. Такой, ага, он там. В итоге заклеил туалет и пронес его вокруг сцены. А после этот туалет бросил через себя или что-то такое. Короче, скинул. И жирный такой бородатый. Да вот, вроде бы да. Короче, он, они сортир... Это, мужика в сортире кинули. Я что-то такой, господи. Куда все скатилось? Шоу стало еще более шоу, так сказать. Брон Строу. Да, точно он. Это реально. Не, но... Когда я смотрел... Он был чуть-чуть повыше. А тут прям совсем. Я такой, ладно. Хотя попадает в пригодное противостояние. Ну, блин, из того, что мне нравится, это... Ну, в рестлинге именно акробатические, кто там делает. Вроде Рэй Мистерио и так далее, и так далее, и так далее. Хотя Рэй Мистерио, он там травмировался в каких-то годах, и он, короче, уже не тот. Я зачем-то и пересматривал старые, ну, смотрел старые бои, так сказать. Только-только он начинал. И это довольно забавно. Против него огромные большие великаны, а он хоп-хоп-хоп-хоп-хоп прыгает. Там же есть еще... Как его зовут-то? Синкара, по-моему. Он тоже в маске, но у него не такая акробатика, насколько мне помнится. Этот Браун Строун, типа, самый сильный на сегодня, кто тащится. Ну вот, когда я его еще смотрел этот рестлинг, именно прям смотрел, каждое воскресенье бы делать нечего, кушал мороженку летом, там форсили этого Брока... Брока Реснера, или как его, у которого еще кинжал на животе татуировка. Типа он самый опасный, самый безумный, самый такой-то... Леснер, да, точно. Вот его форсили в свое время.
Так я не знаю, насколько он сильный, мол. Лучидоры все на этом построены, но маска прикрутят всякое. Но я бы не сказал, что лучидоры все прям крутят, потому что если посмотреть старые бои Мистерио, там был мужик в маске быка, и он скорее ориентировался на, ну, специализировался на силовых приемах, нежели на акробатике. Он был метром где-то два и еще выше. Вот. Единственная прикольная тема у лучадоров то, что они не снимают маски, и если снимут маску, то это позор. Хотя, с другой стороны, Рэй Мистерио, у него пару раз маску снимали, скажем так. Типа... Не знаю. Причем он даже без маски, по-моему, сражался какое-то время. У них был бой с Броуном Стромером, где они оба все переворачивали. Я так и представляю, типа, на ринге холодильник такой, Брок такой берет, переворачивает, потом берет, и Строуман такой тоже переворачивает, потом далее, машину и так далее. Брок-то реально боец, он же с переменным успехом участвовал в боях без правил. Я этого не знал. Он, типа, его позиционировали, когда я смотрел, как навешиваемый человек. Самое забавное, что его потом даже сделали на обложку игры, которая там с рестлингом связана, по-моему, в 2017 году, что ли. Ну, и он прям реально вселял, ну, в его глазах виделось безумие, как бы. Это забавно было. А как звали Лучадора? Не Синкара, а как его? Который был похож на... Как раз от Рея. Если ты смеешься, но там примерно было переворачивание чисто ради переворачивания. Ну, не, я предполагаю, что там так и было, но... А, Синкара. Все, понял. Я почему-то подумал, что в два слова пишется. Ну, и там сродили столько освещений. А интересно, травмы, которые, ну, они реально получают. Если все это постанова, то травмы... Типа в ходе... Неграмотного выполнения, что ли? Потому что мне помнится, был момент, когда тот же Рэй Мистерио, он сражался, по-моему... не с Гробовщиком и не с Андертейкером, а, по-моему, с Андертейкером, что ли? Когда уже вне ринга они сражались, и он что-то там психанул и начал ему ногу ломать, типа зажал между двумя... Короче, закрепил ногу, а потом начал по ней лестнице долбить именно сверху. Шух! И поставить лестницу на ногу, прямо на коленную чашечку или что-то такое. А, Гробовщик есть Undertaker. Ну да. Ну, по-моему, с ним как раз было. Типа, как вот это вообще происходит? Он хорош был в Мексике, а в ВВЕ не зашло что-то. Он тоже летает, дай бог. Понял. Добро пожаловать в английский. Ну блин, я-то не особо в рестлерах разбирался. Я как бы некоторые имена знаю и... Да. И русский, и английский, и... Кто что, непонятно. Именно как происходит. Ну, вот эти все травмы. Типа, они же выполняют какую-то программу минимум. Ну, поскольку это выступление. Но иногда бывают травмы. И некоторые травмы выполняются в ходе неправильного исполнения какого-то трюка. Но я вот привел пример. Бой Рэй Мистерио и кого-то еще. Они сражались не на ринге. Там парень психанул, закрепил ногу Рэй Мистерио или что-то такое, и начал то ли лестницы билить, то ли сам прям по коленной чашечке, то есть ногу проламывать, чтобы она вывернулась. То есть... как бы... Это был бой по правилам. Однако жесть какая-то происходила.
Привет, Абитор. Наконец-то что-то кроме Вова онлайн. Ну, я не люблю Вов, да. Да, травма настоящего вышла, он потом где-то год или еще больше просто, ну, вообще нигде не появлялся. И он, ему операции делали. То есть там челик психанул и его просто ногу разворотил. И в итоге, потом, когда он вернулся на ринг, он с этой травмой, типа, мол, бегал, и т.д. и т.п. У него нога до сих пор это отзывается, и поэтому, если его бьют по ноге, прям видно то, что все фигово. Бывает, что травма по вине того, кто совершает прием, бывает, что по вине того, кто принимает. Бывает, просто дерьмо случается. Ну, там просто, видимо, челик психанул, что ли, и пошло не по сценарию, я хз. Потому что то, что ты описываешь, скорее всего, по вине кого-то совершал. Да. И он там очень сильно переборщил. То есть, не знаю. Видимо, это был сценарий, но он решил прям всю ненависть впитать. Далеко не все профессионалы в плане приема. Нет, там было прям, знаешь, не приемы, а прям тасовка мужиков. То есть берут тебя, закрепляют ногу и бьют по коленной чашечке, просто всей дури всем, чем есть. И лестницами, и так далее, и так далее, и так далее. Привет, Брундук. 4 стрима у тебя по нему. Ну, давай я тоже гляну, сколько у меня стримов по Вову. И да здравствует Twitch. То ПБГ одно сплошное, то один сплошной Вов. Разнообразие. Есть силачи всякие, которые себя тот же Брок Лессер иногда прописывает сочно в щи. Понял. Не, но он как бы, понимаешь, он бьет просто с дури. То есть Брок Лессер, Леснер, он не берет там, не знаю, и специально ногу не ломает. Кого же это, блин? Да, мы про рестлинг. Попробуй посмотреть это. Найди Рэй Мистерио. Лег травма. Как она будет? А, брейк. Нет, стоп. Ну да, какой-нибудь перелом ноги. Как это будет? Брейк лег или что? И вот глянь и выскажи свое мнение как человека, который, ну, в этом разбирается побольше, чем я. Так, у меня есть один стрим World of Warcraft, второй стрим World of Warcraft, причем иностранцы. И еще два стрима русскоязычных по Warcraft. Только прежде чем кидай, ты скажи, что сейчас кинешь, чтобы я в чат залогинился с телефона. А ты, Брундук, смотришь рестлинг? Брок Леснер, к слову, чемпион UFC был. О, шарящий чувак. У меня всего два пока. Неплохо, неплохо. У меня кореец, американец, ну и два русскоязычных, да. Кейк и Мел, по-моему. Но мне Вова совершенно не интересен. Если бы я играл, я в 14 финалку играл. Хотя они в Вове прикольно квесты выполнять, но мне нравится более, ну, для души. В одиночку фармить квесты, ничего не делал, просто тыкать. Когда-то смотрел, сейчас UFC смотрю. Понятненько. Вот мы, в общем, вспоминаем, как травмировался Рэй Мистерио и, мол, это было на... Ну, типа, чувак психанул ее, сделал, ногу ему там повредил. Или это все-таки был сценарий, который неграмотно выполнили. Мол. Блин, забавно. Брок Лестер напоминает мне моего одноклассника.
только более высокого, накачанного иномассе. Это забавно. Я так сейчас понял. Так, мне надо лестницы все осмотреть. Потому что тут не все исследовано. Так, сейчас брондук я прочту. Не отсориентируюсь по карте. Все понял. И Малера с 38 уровнем. Брок вообще отбитый тип, ему половину кишок вырезали, так как он ест только то, что сам убьет на охоте. Этого я не знал. Жесткий тип. Блин, хорошо, что он хотел свои кишки не ел. С Альберто Дель Рио матч. Не, по-моему, как раз таки против Андертейкера. Если не изменяет память. Там они вне сцены на задворках дерутся. Блин, какие жесткие эти мобы, конечно. Может, в команду имеет смысл за Аркани. Только там новая луна, он, наверное, разговаривать со мной не будет. Блин, по-моему, проще в Википедию зайти, найти эту травму чертову, а потом найти мужика, который это сделал. Мне кажется. Потому что я так вообще не вспомню. Ну-ка. Брондук, ты не помнишь, кто самый первый сломал Рей Мистерио ногу? Брови? Не анонсировал еще. Блин, он ушел. Да не просто раунд, а столько был на колени. Ща, я найду. Я последний раз смотрел. Ну, он вот как раз вот в то время, а может быть еще и до повредил.
То есть ему один раз повредили ногу, а потом ему начали на эту ногу давить. Сейчас. Господи, есть лучше Underground? Что это такое? Господи, маска Рэй Мистерио была добавлена в игру Team Fortress. Сейчас я зайду в чат, отвечаю. Не, имеется в виду, что насколько оно там клёвое. Во, давай, кидай ссылку. Я готов. Блин, из-за того, что я опять мало спал, у меня глаза закрываются. Капец просто. Ну, побольше моего смотришь. Не, там прям по ноге долбили, по-моему. Не, по-моему, не оно. Так, ну-ка. Ну я понял. Так, ну сейчас я гляну. А, ну вот как раз, по-моему, против то, что ты скинул, там рассказывается то, что на скорой, в больнице, смещение и так далее, и так далее. Ладно, бог с ним.
Я что-то полистал и не нашел то, что я хотел. Может быть, оно это и было, что ты кинул. Так, сейчас. Я сориентируюсь. Ближайшая пятница, рай после операции на левом колене, да будет шестая. Чуть ли не полная замена коленного сустава. Ну вот, да. Чуть не... короче, это просто... Все не очень. С этим у него коленом. Когда против него противник сражается, не вечно по нему долго. Насколько это вообще законно? Вот этим стулом по коленке лупит. А ты, наверное, кинул то, что я джамай там. Это оно или нет? Мне просто надо опять логиниться, просить ссылку. Лень. Ну, оно вроде оно, а вроде и не оно. И я уже запутался сам. Но похоже, что это типа заранее сценарий, просто, видимо, что-то не рассчитали и облажались. Тому все плохо, да. Ну, вроде оно, но такое. Непонятное. Там один разок он ему плохо промазал прям по колену. А, видимо, оно и есть. Ну, значит, что он виноват. Неправильно исполнил. Блин, ну это жестко на самом деле, когда у тебя какая-то травма, а тебе все берут и по ней долбят. Так и ты отыграл два боя, и все. Иди и новую операцию делай. Это ж краул просто. Беспощадно. Т.д. и т.п. Ну блин, вот кроме Рэя Мистерио, я таких людей не припоминаю. Чтобы у них была травма и т.д. и т.п. То есть именно вот Рэй Мистерио, мне единственное, кто запомнился, кому вечно бьют по чертовому колену. Так, ну-ка, сейчас, погодите. Блин, жара опять наступает, короче. Вон, Стив Остин сражался с гробовщиком, тот неправильно сделал топ-стон, играл мужчину, сделал всю минус карьеры. Фига себе. Да уж. Не, как бы минус карьера это еще ладно, мол, никто больше ему по шее бить не будет. А тут у человека травма, и все на нее давят. Это прям, не знаю. Мне аж самому больно, когда я это наблюдаю.
Па-па-па-па. Блин, а интересно, что стало с Рико, который... такой толстый-толстый мужик был с макаронами на голове или что-то в этом роде. Крашенными светлыми волосами. Волосами. Хочешь ездить и все самые дикие моменты посмотреть? Ну, можно глянуть после того, как я пройду этот данж. На самом деле, я не против. Только тогда из тебя линк потребуется. А то я еще не то найду и начнется вот это вот. Давай, Джамай. Тебя на UFC, на UFC подождать? Ты, наверное, уже убежал. Па-па-па-па-пам. Там, небось, это... уничтожение. UFC это же... что-то вроде боев в клетке, нет? Или я с чем-то путаю? Да-да, я даже что-то оттуда видел. Там, по-моему, в UFC был этот парень, который снимался потом в фильмах «Неоспоримый 3» и «1 и 2». Какой-то там рестлер. Ой, не рестлер, а боец. Он вот оттуда пришел, насколько мне помнится. Из UFC как раз таки. Причем забавно, там рассказывают про русских в тюрьме, мол. Это всегда так потешно выглядит в фильмах. А, не-не-не, в «Неоспоримом первым» был Уэсли Снайпс и еще кто-то. А тот боец, он со второй части начал сниматься и был в последующих. Не помню, как его зовут. Не-не-не, я имею в виду не про то, что фильм был об UFC, а то, что в «Неоспоримый 2-3» там был актер, который пришел из UFC, вроде бы. Я именно о человеке, не о том, о чем фильм. Ну, я помню, На первого вы точно не взяли, я думаю. Но там и затея была другая. Так. Прошел целый... Ну, прошли сотни лет. С тех пор, как я представлялся. Что ж, позволь продемонстрировать свою силу. Да, я про Рикиши говорю. О, Бельфигор. Джамай, ты сейчас опять будешь отходить? Типа, я сейчас убью босса, доизучаю этаж и глянем ей все нарезку. Или про еще... Не-не-не, про Рикиши. Про еще более толстого я не в курсе. Блин, он похож чем-то на этого... на Диабло с 28-й финалки. Ха-ха-ха-ха-ха.
Рикоши, кстати, из само семьи. Мне это ничего не говорит. К сожалению. А, он родственник Дуэйна Скала. А он завязался своей карьерой или все еще где-то там борется? Блин, забавно, что в этой части даже заклинания не стоит использовать. То есть настолько все примитивно. Ну ладно. Завязал. Помню. У него, по-моему, не особо удачная карьера была, не? То есть он был довольно-таки... не особо крутым. На 100 год его взяли славу. Так, ладно, я, видимо, заблуждался по поводу него, раз он в зале славы. Ну да, я тоже не припомню, чтобы он прям фигачил всех. Так, я Бельфегор был побежден, поэтому я тебе дарую этот меч. Возьми его и иди. А, многих берут. А, ну все тогда, понятно. Вот Рей Мистерион, по-моему, много титулов брал, насколько мне помнится. Рейд и эпоха, он там число самых известных. Да. Он... ну, блин, он как бы... известен, и при этом еще и выигрывает. И у него там какие-то даже рекорды есть, и так далее, и так далее, и так далее. То есть... да. Помнится, был еще Голдберг. Ну, он в свое время, по-моему, был очень даже медийный, если мне не изменяет память. И Бурундук с 5-м уровнем. И при этом он еще и фигачил. Хотя сейчас, мне кажется, Голдберга мало кто знает. Но не уверен. Ну, именно из тех, кто только вот недавно там подсел на рестлинг и так далее. Хотя он был очень известный. Как по мне. А, как рестлер был слабый? Серьезно? Просто я помню, что мне его это одноклассник форсил. Я ни одного боя его не застал, абсолютно ни одного боя. Но у меня одноклассник вечно... это... у него даже никнейм был Голдберг. Когда его спросили, почему, он сказал, типа, вот про рестлера. Но его сильно протолкнули по медийности, он больше всего выиграл. Ясненько. Знаешь Бурундук? Молодец. Голдберг уже в кино снимается? Вот этого я не помню. Я помню, был какой-то рестлер, который с длинными волосами, который один вот из первых стал рестлером, который стал знаменитым. У него есть очень трешовенькие фильмы о том, как он домохозяин, ну, нянькой был, пришельцами воевал, такой огромный мужик накачанный. И, по-моему, в 2010 и больше году он там на юбилей какого-то... на какой-то юбилей выступил на бой спустя большое количество времени.
Халк Хоган, во, я вспомнил. Да. Я с ним вообще вечно рофлю, не могу его воспринимать как бойца почему-то. Из-за того, что я в детстве насмотрелся его фильмов. Если я ни одного боя его не видел, но... Мне кажется, у него потешный бой. Я там какой-то стрик, возможно, до сих пор рекордный по количеству побед. 150 вроде. Идти, колотить. А тебе что, можно смотреть, как ломают руки и... Юшка из лба течет? На самом деле, черт его знает, но... Если 18+, и стримят... Хотя, не, Манхант тот же, по-моему, запрещен. Хотя там жестокость на жестокости. Не, наверное, Брондук нельзя. В итоге мы не посмотрим по UFC. Утруки, наверное, можно посмотреть, как ломают, но без открытых переломов. Но я не уверен. Очень сложно. И Ганград с четвертым уровнем. В игру UFC же играет на Твиче. А мы Ганград про реальные UFC. Там-то похуже будет, чем в игре. Игра-то там, она понятна. Ну тогда лучше сам посмотришь. Да я забуду. Как-нибудь. Тогда, не знаю, когда. А то у всех подборщиков есть открытые переломы. Не, я не буду смотреть. Потому что я прочувствую эту боль на себе. Потому что когда я вижу, как что-то ломают, у меня сразу это, фантомные боли какие-то пробуждаются. Так. Пойдем воскрешать богиню. Относительно недавно же был стример, который смотрел все реально со зрителями Твича и нажимал на контроллер, делал здесь это играет. Вау, забавно. Не, ну типа можно глянуть, но... Не. А раз там открытый перелом и такое. Потом еще это нарезать... Блин, а я же Скуби-Ду, по-моему, не вырезал. На ютубе замьютил стопудово. В воде, когда мы смотрим песенки. Мне всегда протрушивает немного, когда парниша душит, у него челюсть хрустит. Блин, я помню, нашел какой-то бои без правил, рестлинг. И там стекла бошки били. И что-то такое. Это был, по-моему, лига 2003 года, что ли. И там мужики, которые по ним... Ну, блин, кажется, что они словно ходят по барам и только бухают и дерутся вечно. И челюсти всем ломают. Короче, мужики такие брутальные, скажем так. Ходили и стеклами друг друга резали, и там все лицо в крови. И это показывали по телевидению в Америке, я что-то совсем прифигел. Типа это совсем какая-то жесть на самом деле.
Господи. Зачем я сферы демонов получаю? Зачем я уничтожаю каких-то демонов? Я вот этого не понимаю. Я смотрел, как Гилл все голову отрезает и живых людей вывез. Я знаю про этот ролик, но я не стал его палить. У меня еще в голове есть отголоски. Хотя, с другой стороны, сербский фильм зачем посмотрел, но не суть. Ну, я выключил где-то на секунде 10. А нажал его, потому что это новость какую-то спалила, хз. Что-то не знаю. Я слабонервный очень стал. Когда я был, мол, подростком, если это можно так сказать, я мог смотреть всякую фигню. Просто сейчас у меня прям очень сильное отвращение ко всему этому. То есть планка понизилась с возрастом. Тот же, например, Silent Hill мне будет очень противный. Но я хочу в него поиграть из-за того, что первая часть она была неплоха. Хотя, блин, я все это стримаю, говно. И музыка клевая. Не. Так, я помню, где и за нами, кстати. Бурундук насмотришься таких видео, а потом сам пойдет голову резать. Караул просто. Не смотри такое. Так, после того, как Накаджим притянул эссенцию дыма, заполнил комнату, и тело Изанами, и душа была воскрешена. Накаджима Юмика, спасибо вам. В благодарность я вам дарую свою защиту. Мы будем за вами присматривать, это вам поможет. Это женская роба под названием тканевый плед или что-то такое. С этим ты сможешь спокойно путешествовать сквозь ядовитые болота и ловушки. Пожалуйста, прими ее. Кае. Почему нельзя это было дать в том самом данже, где я чуть не сгорел из-за этих ловушек? Так. Нормально человек не пойдет голову резать. Но... Не, может у него что-то щелкнуть, знаешь? Мне что-то нравится смотреть, как русские и американские войска корейских пиратов, нападающих на суннах, истребляют. Господи. Ну, дропы начались внезапно. Хотя я подумал, что если я поменяю кабель, то все станет нормально. Но, видимо, нет. Моему знакомому мама не разрешала в КС детстве играть, чтобы он людей не убивал. Так это значит, что с человеком что-то не так расходит, а вот теперь не убил. Ну, блин... Понимаешь, Star Dragon, тебя может всякое триггернуть, не обязательно видос, скажем так. Никогда не знаешь, что является рычагом. Так-то все в этом мире опасно. Так. Что мне делать, раз у меня дропают? Хотя она, по-моему, отлагала, или нет? Прошу.
Нет. Да ну ё-моё, почему, когда я говорю прошло, оно начинает дропать? Короче, сейчас я подойду, а мозг нормализуется. Если нет, то попробую напрямую, не через роутер, вас запустить. Так, ладно, я сейчас попробую перезапустить через другой кабель, без роутера, не теряйте.